Привет, друзья! Меня зовут Сергей Морозов. Хочу сразу представиться. Я являюсь партнером компании FFI в статусе Силлер. Пока. Не так давно, несколько месяцев назад, я снял видео, в котором я рассказывал свою историю. Чем я вообще занимался до, как моя жизнь изменилась после того, как я открыл для себя эту замечательную компанию. Хочу поделиться с вами тем, что со мной произошло. В моей жизни произошли такие классные и позитивные изменения. Моя команда растет. Соответственно, и мой чек растет. Я выполнил промоушен на Доминиканскую Республику. На проживание недельное в отеле стоимостью $5000. Это все платит компания. К сожалению, по причинам того, что у меня нету загранпаспорта, я сейчас не могу туда поехать. Но я обязательно туда съездю, я в этом уверен. Скоро в сентябре в городе Киев состоится мероприятие Международный съезд FFI, где будет несколько тысяч человек. Это будет мероприятие наподобие предоткрытия рынка в России, которая состоялась 18-19 ноября 2012 года. Видео вы сможете увидеть вот здесь. Что произошло у вас? Чем занимаетесь вы? Во сколько с утра вы встаете? Нравится ли вам это? Сколько кредитов у вас? Как вы питаетесь? Как вы живете вообще? Нравится ли вам это? Счастливы ли вы? Свободны? Так вот, ребята, компания FFI не зря уже просто разрывает весь российский интернет, потому что она дает людям реальную возможность зарабатывать реальные живые деньги в интернете. Повторюсь, 100% в интернете. Сидя дома, ведя дела 100% через интернет с кружкой кофе. Ребята, это тема, которая сделает реально вас свободными. Вы посмотрите, как ребята собираются на спецтренинги. Это такое мероприятие, которое проводит клуб наш Прав ТВ система. И просто рубят деньги. Рубят деньги. Ссылку на это видео вы сможете увидеть в углу видео. Ребята, не пора ли задуматься? Какие у вас в жизни есть перспективы? Работать на дядю за одну и ту же зарплату каждый месяц. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Толкни ближнего, насри на нижнего и подсиди того, кто сверху. Может, пора задуматься вообще, чему вы идете? Возьмете парочку кредитов, купите себе новый автомобиль или новую квартиру, а потом попадаете в кредитную кабалу и хватаетесь за голову. Что же мне делать, где мне искать деньги? Ребята, одумайтесь, пока не поздно. Вот здесь, куда я сейчас пальцами показываю, будет ссылка на мероприятие, которое называется тест-драйв. Это 30-минутный онлайн эфир, который проходит каждый день, кроме воскресенья, на сайте закрытого клуба Прав ТВ. Вам нужно на него попасть. Желательно даже бегом, желательно сейчас. Потому что сейчас такое время, что не стоит рассчитывать на кого-то другого. Каждый берет ответственность за свою жизнь, сейчас сам за себя. Не стоит рассчитывать на правительство.
Мне 21 год, и я понимаю, что я уже не могу рассчитывать ни на какую пенсию. Какая у меня будет старость, если я продолжу просто даже не жить, а существовать? Что меня ждет в будущем? Что вас ждет в будущем? Пенсия 3 копейки, ну или 7,5 копеек, меня вообще не привлекает. Я по натуре человек ищущий, мечтательный. Я нашел тему, в которой можно очень круто реализоваться, буквально в короткие сроки. Ребята, бегите на тест-драйв. Там мясо. Всем удачи, пока.